Дмитрий Медведев отчитался сегодня о работе правительства в 2016 году перед Госдумой. О чем шла речь, расскажет депутат Алена Аршинова. Она на связи по телефону. Говорили сегодня и о тяжелых моментах, о проблемах, о том, что пока не получилось, и говорили о том, какие результаты достигнуты. В частности, из-за минусов упоминалось, что пока пенсионное обеспечение не соответствует тем желаниям и самого правительства, и самих пенсионеров, что и социальная инфраструктура обслуживания пенсионеров устарела, и уровень пенсионных начислений мал, и необходимо дорабатывать. Говорили и о том, что необходимо вкладывать больше денег в сферу образования, и договорились о том, что из дополнительных доходов будет предусмотрены дополнительные 10 миллиардов рублей на строительство школ. По образованию уже не раз я подчеркивала, что Чувашия здесь старается быть в числе лидеров, потому как в основные приоритетные проекты в сфере образования мы попали. Это касается и размещения инжинирингового центра на базе ЧГУ, это как раз касается размещения межрегионального центра компетенции в нашем колледже в Чебоксарах. Это касается других проектов, это выполнение программы по детским садам, это строительство большими темпами сейчас школ. И, конечно, очень важно сейчас прорабатывать и дорабатывать в других сферах.